Здравствуйте, дорогие подписчики и всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс элегантных и стильных сережек из бисера и кристаллов. Плетение очень легкое и аналогичное, поэтому этот видеоурок подойдет для начинающих. Вот таких вот сережечек. Одну сережку я уже сплела, вторую сережку мы сплетем вместе с вами. Вот такая вот сережечка. Итак, для работы нам понадобится 14 кристаллов черного цвета. У меня на одну сережку пойдет 7 кристаллов. Бисер чешский номер 10, золотистого и черного цвета. Швензы 2 штучки. Иголка, ножницы, круглогубцы. И леска 0,2 мм. На одну сережку у нас пойдет около 80 сантиметров и на другую. Итак, приступаем к работе. Итак, я отрезала леску около 60-80 сантиметров. Теперь мы начинаем плести нашу сережку. Для этого мы одеваем на середину лески одну золотистую бисеринку. Теперь мы одеваем через два конца лески один черный кристалл. И протягиваем его к нашей набранной бисеринке. Теперь мы надеваем одну золотистую бисеринку и проходим через нее двумя концами лески в противоположном направлении. Затем на каждый конец лески мы одеваем по одной золотистой бисерине. Вот таким образом. Теперь мы одеваем одну черную бисерину и проходим ее двумя концами лески в противоположном направлении. Теперь мы одеваем на каждый конец лески по одной черной бисеринке. Теперь на один конец лески мы одеваем 3 золотистые бисеринки. Оставляя их в петельке и проходя через нашу набранную перед этим черную бисеринку вот такой петелькой. Получается у нас вот такой крестик. То же самое мы проделываем со вторым концом лески. Набираем 3 золотистые бисеринки. И проходим через нашу черную бисеринку, которую мы надевали до этого, петелькой. Вот таким образом. Теперь мы надеваем одну черную бисеринку и проходим ее двумя концами лески в противоположном направлении. Вот такой крестик у нас получается черный в серединке и по краям. Крестики золотистого цвета. То же самое, еще один такой крестик золотистый нам нужно сделать снизу. Для этого мы одеваем на каждый конец лески по одной золотистой бисеринке. И надеваем еще одну золотистую бисеринку, которую проходим двумя концами лески в противоположном направлении. Таким образом у нас получается рисуночек. Теперь мне удобнее будет работать с иголкой. Для этого я одеваю один конец лески в иголку и прохожу этой иголочкой по вот нашим рядом стоящим выпирающим золотистым бисеринкам. Вот по этой, вот этой. То есть по всем золотистым бисеринкам
по кругу, захватывая абсолютно все. С одной и с другой стороны. Таким образом у нас получился вот такой крестик в обрамлении ромбика. Теперь мы снова будем, дальше у нас повторяются наши этапы. Мы на каждый конец лески будем одевать по одной золотистой бисеринке, черному кристаллу и одной золотистой бисеринке. То же самое мы делаем со вторым концом лески. Одна золотистая бисеринка, один черный кристалл и одна золотистая бисеринка. Вот таким образом. Теперь мы одеваем одну золотистую бисеринку, через которую мы проходим двумя концами лески в противоположном направлении. Вот таким образом. Теперь мы вышли на тот этап, где мы будем повторять наше вот это вот плетение из черного крестика и золотистого ромбика. И снова после него мы будем одевать по золотистой бисеринке, черному кристаллу золотистой бисеринки. И таким образом у нас повторяются эти этапы. Таких этапов у нас три. После чего мы будем делать уже для застежки петельку, и сережка будет готова. Еще раз покажу. Значит, на каждый конец лески мы сейчас одеваем по одной золотистой бисеринке. Теперь одеваем одну черную бисеринку, которую проходим двумя концами лески в противоположном направлении. Далее мы одеваем на один конец лески одну черную бисеринку и три золотистые бисеринки. Три золотистые мы оставляем в петельке, а через черную мы проходим этим концом лески и затягиваем. То же самое мы делаем со вторым концом лески. Одеваем одну черную бисеринку, и три золотистые. Три золотистые оставляем в петельке, и через черную мы проходим, делая петельку. После чего мы одеваем снова одну черную бисеринку и проходим ее двумя концами лески в противоположном направлении. Теперь мы одеваем на каждый конец лески по одной золотистой бисеринке. И еще одну золотистую бисеринку, через которую мы проходим двумя концами лески в противоположном направлении. Теперь я одела иголочку. И
прохожу по всем золотистым нашим бисеринкам по кругу. Для того, чтобы наш ромбик закрепить. Выводя леску в исходное положение. Вот таким образом у нас лески выходят на две стороны, и при этом наш ромбик закреплен. Вот. Теперь снова мы возвращаемся к этому этапу. Для этого мы одеваем на каждый конец лески по одной золотистой бисеринке. Теперь по одному кристаллу на каждый конец лески и еще одна золотистая бисеринки. То есть у нас получается на одном конце лески одна золотистая бисеринка, черный кристалл, одна золотистая бисеринка. То же самое на втором конце. У нас идет одна золотистая бисеринка, одеваем еще один черный кристалл и одну золотистую бисеринку. И одеваем еще одну золотистую бисеринку, которая будет общей. Через нее будут проходить у нас два конца лески в противоположном направлении. Теперь мы возвращаемся к нашим вот этим ромбикам, проделываем ромбик, еще раз одеваем наши эти кристаллы. И делаем ромбик. То есть нам остается два ромбика с кристаллами посерединке. И потом мы будем цеплять швензу. Вот таким образом мы проплели нашу сережку. Вот такая она у нас получилась. Теперь мы закончили ее на нашем ромбике. Для того, чтобы нам прицепить швензу, мы делаем петельку. Петелька у нас состоит из 6 золотистых бисеринок. Вот мы одели 6 золотистых бисеринок на один конец лески и проходим через вот эту выступающую бисеринку вверху ромбика. Вот таким образом. Делаем пару таких кружочков леской для того, чтобы крепче держалась. И наши концы лески мы завязываем на узелок и обрезаем. Вот такие сережечки у нас получились. Теперь нам на вторую сережку осталось прицепить швензу. Как ее цеплять? Значит, мы отодвигаем эту пружинку с бусинкой и теперь разгинаем круглогубцами вот так нашу петельку. Теперь цепляем так, чтобы она у нас выходила посередине между тремя и тремя бисериночками. Теперь просто аккуратно загинаем. Вот, мы загнули, вот мы аккуратненько загнули ее, опускаем нашу эту бусинку, которая у нас идет вместе со швензой, и вот эту пружинку. Все, у нас застежка прикреплена. Швензы старайтесь подбирать к этим сережкам золотистые, чтобы все у нас было в цвете. В итоге у меня получились вот такие серьги из бисера и кристаллов. Очень красивые, стильные, элегантные. Их можно одеть как на какой-то вечер, событие, так и на каждый день. На этом у меня все на сегодня. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и оставлять свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Всем удачи и хорошего настроения. Пока-пока!